«Еда-тест». Это программа «Еда-тест», и я Дмитрий Кузеняткин. В интернете существует огромное количество лайфхаков, полезные советы, которые помогают сделать нашу жизнь лучше. А так ли это? Ни в коем случае не тратьте свое время и деньги на проверку этих лайфхаков, потому что это сейчас сделаю я. Говорят, что шпажка поможет сделать красивый спиральный надрез на сосиски для гриля. Проверим. Для начала мы сделаем надрез обычным способом, а потом при помощи лайфхака. Рассудит нас секундомер. Уважаемый оператор, войдите в кадр. Весь тест будет снят непрерывно. Вы увидите его без клеек и монтажа. Для начала обычным способом. И посмотрим, сколько это у меня займет времени. Старт. Так. Честно говоря, я даже и не знал до этого лайфхака, что сосиску надо надрезать, прежде чем отправлять на гриль. И сейчас я чувствую некоторые зрители, которые безумно любят сосиски, скажут: «Дмитрий, как? Вы не понимаете! Когда ты ее надрезаешь именно вот таким вот способом, она становится в 3 раза вкуснее, а может и в 4». Вообще, надо сказать, что сосиску изобрели не так уж и давно. Где-то лет 200 назад, в начале 19 века. Понятное дело, в Вене. И вот сейчас она уже для нас стала как само собой разумеющийся. Оп, 52 секунды. 52 секунды мне потребовалось для того, чтобы нарезать сосиску для гриля обычным способом. А теперь давайте попробуем использовать лайфхак. Он говорит о том, что нам необходимо насадить сосиску на шпажку и делать просто надрез на этой шпажке. Обнуляем. На старт. Внимание. Марш. Так, берем шпажку. Надеваю. Так. И просто вращая шпажку на доске, мы делаем вот такой вот более-менее аккуратный надрез. Снимаем. Вуаля. Вторая пошла. Вообще, я могу вам сказать, что я не очень люблю сосиски, не очень люблю колбасу, но интересный факт в моей голове сейчас сидит о том, что изначально докторскую колбасу хотели назвать сталинской колбасой, но побоялись. А я вот не побоялся нарезать, и стоп! 57 секунд. Примерно то же самое время, что и обычным способом. Давайте посмотрим, может быть, они как-то отличаются. Ну, вы знаете, у меня есть ощущение, что вот обычным способом даже как-то аккуратнее получились. Но у меня есть такое предположение. Если сосиска будет длиннее, то на шпажке ее будет резать удобнее, потому что вот здесь вот есть вероятность того, что вы ее разрежете пополам. Так что решать в любом случае вам, но мы этот лайфхак протестировали. Подтверждаем, что сосиску можно резать и так, и так. Все, пока.